Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Мазурчук Екатерина Олеговна, и я являюсь со-руководителем магистрской программы «Психология семьи и семейное консультирование». Основателем и ныне действующим руководителем магистрской программы является Васягина Наталья Николаевна, доктор психологических наук, профессор. Мы рады представить вашему вниманию эту программу и рассказать ее большую историю. Она существует уже более шести лет. Первый набор прошел еще в 2014 году. Более чем 200 человек уже успешно ее освоили, и вы тоже можете оказаться среди них. Обучение может проходить на бюджетной и внебюджетной основе. Все зависит от вас. Я думаю, что наша программа уже вызвала у вас интерес, ведь она для неравнодушных людей, ищущих место для профессионального и личностного роста. Продолжим говорить о ней. В Японии при принятии решения, стоит ли что-то выбрать или нет, используют практику 5 почему. Давайте и мы попробуем продолжить знакомство с нашей программой, ответив на 5 вопросов. Почему я выбираю эту программу? Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, чаще всего имеют корни в неразрешенных детско-родительских отношениях, разобраться с которыми психологу общей квалификации порой сложно. Существует множество нюансов именно семейной терапии, следовательно, необходимое и особое образование по профилю семейного консультирования. Сегодня работа с семьей, сопровождение материнства и отцовства является стратегическим направлением в политике государства, что делает данную программу востребованной и перспективной в современном обществе. Наша магистрская программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов в области индивидуального и семейного консультирования и психотерапии. Программа знакомит с методами психологического консультирования по проблемам детско-родительских и супружеских отношений. Почему я выбираю эту программу? Целью магистрской программы «Психология семьи и семейное консультирование» является развитие профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих эффективную деятельность в практической работе в области психологии, семейных отношений и семейном консультировании, научно-исследовательской деятельности по изучению особенностей семейного функционирования, отклонений и затруднений в семейной системе, создании прикладных программ помощи семье с особыми нуждами и потребностями и в профилактической работе по предупреждению девиантного поведения и других отклонений в индивидуальном и семейном развитии Почему я выбираю эту программу? Магистрская программа представляет собой образовательную программу нового типа и нацелена на подготовку уникальных высококвалифицированных специалистов в области практической психологии. При реализации программы магистратуры применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, что расширяет границы для обучения по данной программе студентов из ближнего и дальнего зарубежья, а также студентов с инвалидностью. Магистранты, обучающиеся по нашей программе, имеют возможность работать с преподавателями практики Специалисты, которые ведут постоянную практическую деятельность в различных организациях, работающих с семьей, таких как школа, ППМС, центры, телефоны доверия и тому подобное. Их практический опыт постоянно пополняется и активно используется в процессе преподавания, что делает изучаемый материал живым и практико-ориентированным. Преподаватели активно публикуют профессиональные и популярные тексты, участвуют в международных профессиональных конференциях и профессиональных сообществах. В процессе преподавания используется метод обучающей супервизии, наблюдение с помощью видеозаписи, заведением психотерапевтической сессии опытного психолога, прохождение супервизии под наблюдением опытного специалиста. Почему я выбираю эту программу? Обучение по данной программе дает возможность применять участие в научных событиях разного уровня в России и мире. Наши магистранты участвуют в конференциях с Японией, Белоруссией и так далее, как слушатели, докладчики и ведущие мастер-классов. Это дает возможность подчеркнуть качественно новый опыт и поделиться своими наработками. В процессе обучения магистранты принимают участие в различных проектах по сетевому взаимодействию с нашими партнерами, такими как МГПУ Москва, БГП Беларусь, САХГУ, САХАЛИН и так далее. Одним из таких проектов является проект «Диалог о семье», который предполагает проведение онлайн-встреч со студентами и педагогами из Белорусского государственного педагогического университета, направленных на обсуждение кросс-культурных проблем современной семьи почему я выбираю эту программу для магистрантов предусмотрены различные варианты прохождения практики и подобно же самые разнообразные базы практик на которых есть возможность отработать компетентности полученные в процессе обучения в качестве баз практик выступает центр диалог центр ладо центр форпост и другие центры социально-психологической помощи семье и детям такой подход к организации образовательного процесса делает наших обучающихся максимально конкурентоспособными на рынке труда после окончания обучения Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в различных государственных и негосударственных, а также коммерческих структурах, связанных с оказанием широкого спектра услуг по психологической помощи семье, психологических консультативных центрах различной ведомственной принадлежности, учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую и исследовательскую деятельность по проблемам семьи и детства. Мы уверены, что каждый из вас, неравнодушных абитуриентов, смог найти что-то важное и значимое, что позволит вам сделать правильный выбор, то есть выбрать нашу программу. Мы ждем вас в новом учебном году.